У этого небольшого магазина одежды почти 3000 интернет-поклонников и десятки преданных покупателей. Бизнес продолжает расти как на дрожжах, благодаря социальным сетям. Ты постоянно можешь реагировать, ты можешь придумывать акции сегодня утром, в 10 придумать, в 10-15 ее уже запустить. Тебе для этого не нужно придумывать какие-то строить маркетинговые графики, разрабатывать кампании, ты можешь это щупать. Миллионы украинцев хотя бы несколько часов в день проводят в социальных сетях. Это отличная площадка для развития бизнеса и много преимуществ. Например, можно без труда определить своего покупателя. В социальных мережах є можливість показувати рекламу людям за певними ознаками, наприклад, за віком, за статтю, за місцем проживання. Тобто, якщо ви можете показати, наприклад, рекламу свого товару дівчатам, які живуть у місті Краматорську, віці, наприклад, від 18 до 24 років. Реклама в соціальних сетях стоїть дешево. Ці затрати швидко окупляться і привлекуть покупателів. Чим більше ви взаємодействуєте з аудиторією, тим краще результат. Покупателям важливо чувствувати продукт. Чим сильніше цільова аудиторія вовлечена, тим більше вона проникається симпатією до продукту. Страничке своего магазина Лера уделяет немного времени каждый день. Честно могу вам сказать, что через социальные сети, там есть большое количество клиенток, с которыми мы впоследствии подружились, дружим уже как подруги, а не как шоурумы с клиентом. Рецепт девушки прост – размещать интересные посты и прислушиваться к советам клиентов. Но главный ингредиент – живое общение.